Спектакль «Каля Спаса Преображенского храма» и великий калядный концерт в громадско-культурном центре. Святые с нагоды дня народжения Христового объединяли маленьких и дорослых верников. Чаровная калядная атмосфера пановала у каждом православном храме. Люди веншовали один одного с калядами и жадали здоровья, добробыта, терпеливости и душевного спокою. Марина Джалая долучилась до святочных мероприемств. Ладить калядные спектакли – шматгадовая традиция Спаса Преображенского храма. Несколько месяцев напередодні дня народжения Христового выступление рыхтуют удельники молодежной группы «Фаворовцы». На этот раз главный герой Вани Каминар для прихожуни забавы шукая калядную зорку. На шляху сустракая шмат перешкод, але справляется с усими тяжкостями. Захопляльные сюжеты и майстерская игра актеров подарили великую осолоду усім присутным – и маленьким, и дорослым. Свято калядов – это свято добрыни, спогадливости и тихой радости. Я хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня в наши православные храмы, призвать и тех, которые еще на пути к храму, чтобы они нашли свою дорогу к храму. И дай Бог, чтобы эта радость Рождества сопутствовала нам в будущем всю нашу жизнь. А у громадско-культурным центре всех жадающих чекали на великий юбилейный калядный концерт. И он открыл шерег мероприемств, присвеченных знаковым датам 95-годию с дня утворения и 30-годию с дня отраджения у Гомельской епархии. Символично, что на початку 2020 года на сцену вышли миновито 20 коллективов из разных кутков Гомельщины. В этом году совсем другие творческие коллективы показываем. Нашу молодежь, которая впервые выступает на этой сцене, это тоже радует. Это говорит о том, что мы не стоим на месте. Творческие коллективы у нас процветают, живут, радуют нас новыми какими-то композициями музыкальными, новой хореографией. Удельники народной эстрадной студии «Лира» со Светлогорска у великим калядным концерте удельничают у другий раз. Для девчат и их керовника это гонор и отказность. Юные артистки хвалюются. Для глядачов яны подрихтовали две песни – «Печки, лавочки» и «Душа». Долго вы готовились? Да. 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 Сколько времени? Полгода. Ну, а у нас по-разному здесь так. Я приехала сразу, я один день мы песню сразу выучили, у меня все вышло. Да. А потом у нас шли только тренировки по танцам. Да. Волнуетесь? Да. Да. Нет. Добрая традиция каляда ударить час своим близким. Неколи у первые дни калядного тыдня были распаўсюджаныя визиты. Необходно было наведать родных и близких. У наш час, вядома, можно обойтись телефонным звонком. Галоўнае дать зразуметь неабыяковым табе людям, что ты их памятаешь и жадаешь им усяго самого доброго. Марина Джала, Евген Макеенко, телерадио компания «Гомель».